Всем большой привет! С вами снова Александр. И в преддверии отпусков, теплого времени года, сейчас уже конец февраля, и, скажем так, в преддверии сезона хочу вам рассказать о классном обновлении коляски Baby Jogger. Модель называется City Tour 2. И City Tour очень популярная коляска, сразу хочу заметить, она не требует представления, народ ее очень любит, у нее целая армия фанатов, и вопросов к ней нет. Эта же версия стала еще лучше, и те, у кого есть обычный City Tour, быстренько сливают ее и меняют ее на вторую версию. Вот. Поэтому она интересна. Сегодня мы с вами ее изучим. В двух словах технические характеристики вам скажу. Там по весу из всего такого. Так, максимальный вес ребенка она удерживает 22 килограмма. Так, сама она весит 6,7. И в градусах, допустим, наклон у нас от 110 до 170. И с полугода можно ее использовать. Ссылку на первую коляску я добавлю в описании, там сможете все детально изучить, что, где, расцветки, там же и закажете, привезут, и все, будете довольны. Так, изучаем мы ее сверху вниз, начнем с ручки. Ручка здесь по наклону, она не регулируется, но вот 186 рост у меня, поэтому проецируйте, смотрите, как будет вам. Мне почти вся, любая высота мне нормальна, если она не слишком низкая или не вот здесь. Поэтому смотрите, я думаю, вам будет нормально. Так, кстати, материал ручки резина. Ни губка, ни эко-кожа, ничего. Вот губка я не очень люблю. Такое эко-кожа вообще отлично. Но резина самый практичный вариант. Самый износостойкий, и у резины самый уверенный хват. Она вообще не скользит и так прям мощно держится. Так, в козырьке у нас есть смотровое окошечко с москиткой. С этим все отлично. Сам козырек у нас вот какого размера. Можно это завернуть, вывернуть. Так, с козырьком разобрались. Давайте теперь посмотрим сиденье. Что мне нравится? Многие не любят коляску. Коляски некоторые за то, что у них сильно завалены спинки. Здесь такой проблемы в принципе нет. Угол здесь, ну, не 90 градусов, конечно, но ребенок практически ровно сидит. Спинка очень высокая, жесткая. Что касается безопасности, ремни пятиточные с мягкими накладками везде. Бампер. Бампер, насколько помню, да, как калиточка, он у нас не откидывается, его нужно просто снимать. Так, что касается подножки. Подножка здесь, смотрите, есть. Сейчас мы наклоним до 170, получается, градусов. Вот смотрите, что мы получаем. Практически ровную поверхность. Ну, понятно, что не 180, но вполне себе нормально. Длинное место, жесткая подножка. Все просто отлично. Чтобы ее регулировать, кстати, не по бокам кнопки, а вот здесь спереди. То я сам первый раз искал. Так, вот эта часть у нас, естественно, может быть убрана, чтобы проветривалась где-нибудь под пальмочкой. В общем, такой расклад. Сразу смотрите, кстати, по спинка у нас, кстати, ремешками, ничего не поменялось. Багажник здесь достаточно приличный, хороший доступ, глубокий. Естественно, сюда два арбуза вы не засунете, но это не про это коляска. Поэтому вот такой расклад по багажнику. Тормоз у нас нажимаем. И не получится второй раз нажать, и она, чтобы отчокнулась. Нужно снизу ковырнуть. Вот такой недочет. Но это мелочи, к этому привыкаешь. Что касается колес. Колеса у нас, естественно, не надувные. Здесь просто резина. Сейчас я понажимаю, посмотрим, есть ли тут амортизация. Сзади нету. Давайте посмотрим спереди. Спереди есть. Может быть, я плохо нажал сзади. Нет, сзади все-таки нет, спереди есть. Передние колеса, естественно, с возможностью блокировки. Это нормально, так и должно быть. Вот. Так, давайте теперь сильную сторону этой колясочки. Кстати, в комплект входит сумка для транспортировки. Сложили в сумочку, убрали и на полочку. Так, складываем. Опля. Опля. Багажничек, ой, точнее говоря, бампер убрали. И что мы получаем? Так, вот такой размер. Более чем достаточно для путешествий.
Отлично просто. Открываем фиксатор. И она сама себя дальше раскладывает. Единственное, если мы оставляем бампер, у нас скрадывается пространство. Поэтому его можно убрать и засунуть просто в эту сумочку сверху куда-нибудь. И все. Что касается ткани. Ткань здесь достаточно приятная, тактильно, вообще без вопросов. Я уверен, что это все нормально и легко чистится. Достаточно мягкий матрасик. Ну, понятно, не очень мягкий здесь просто. Ну, достаточно. Для такого рода коляски, в принципе, неплохо. Так, в комплектации дождевика нет, сразу вам скажу. Ну, его можно докупить там универсально за 300-400 рублей, не проблема. Так, собственно, по коляске все, что хотел рассказать, рассказал. Подытожу в двух словах мое мнение. Надо брать, цена-качество идеальное, 22 килограмма выдерживает ребенка. И продавая такую коляску, спокойно чувствуешь себя, потому что ты уверен, что это качественный продукт. И 90% случаев ничего ни у кого не случится. Иногда, конечно, есть гарантийные обращения у разных брендов, но это мизерный процент у этого бренда. А именно этой коляски City Tour, они какие-то особо надежные. Поэтому за нее спокойны. Смело можете брать, не париться, классная вещь, не на одного ребенка хватит. Двоих-троих откатайте, если вдруг надо будет, конечно. Вот. Ну, напомню, ссылка, первая коляска внизу, там можете заказать, изучить, соответственно, все, там вся информация есть. Мое мнение, годится. Если вам этот обзор понравился, ставьте свой царский лайк, что-то для себя подчеркнули полезное. Здорово, очень рад был помочь. Подписывайтесь на канал, это очень помогает развитию канала. И хочу пожелать хорошего, грамотного выбора коляски вашего ребенка. Всего доброго.